Обитатели Ивановского зоопарка ждут помощи. Учреждение бесплатно примет излишки овощей и фруктов. Для кормления животных можно привозить кабачки, тыквы, свеклу, морковь, картофель и прочие овощи, а также фрукты. Оставлять дары осени можно прямо у кассы зоопарка в любое время суток. Впервые подобная акция по сбору излишков урожая в зоопарке была организована прошлой осенью. Собранных овощей и фруктов хватило на несколько месяцев. Сейчас с удовольствием мы кушаем яблоки, кабачки кушаем. Если выпадет свекла, ботву от свеклы очень хорошо животные любят. То есть мы ничего не отказываемся. Все, что есть, можно приносить.